хотелось бы как бы продолжить то, что было во время второй части служения. Нека да продолжим това, което днес разгледахме во втората част на служението. Кто из вас помнит тему? Кой от вас се сеща за темата? Название темы, что сегодня мы проходили. Която днеска разглеждахме. Дороже, чем золото. Благодарю. Спасибо вам, да? Благодарим. Нам нужно об этом помнить, что в Божьих глазах... Да помним, че в Божьите очи... Каждый из нас очень дорог. Всеки един от нас е изключително скъп. Ценен. Дороже, чем золото. По-ценен, отколкото даже и златото. Один молодой человек... Един млад човек... Очень искренний христианин... Искрен християнин... Который привык, так как мы научены все время считать себя очень плохим и негодным. Който е свикнал така, както и много от нас са научени, да се смята постоянно, че е лошо момче и не съм годен за нищо. И недостойным Божьей любви. И не съм достоен даже за Божията любов. Однажды во время темы о том, как Бог любит нас. Веднъж в една тема, за която говорихме колко много Бог ни обича. Он сказал такую фразу. Той каза следните думи. Мне нужно смириться перед Богом. Аз трябва да се смиря пред Бога. Чтобы согласиться с тем, что Он меня любит. За да се съглася, че Той ме обича. Я повторю, это очень глубокий смысл. Много мне нужно смириться смисъл. Перед Богом. Аз трябва да се смиря пред Бога. Чтобы согласиться, что Он меня за любит. За да се съглася, че Той ме обича. То есть, к сожалению, мы настолько привыкли, что мы недостойны. За сожаление, толкова сме свикнали, че не сме достойни и негодни за Божията любов. И это кажется таким духовным. И не изглежда това да живеем по той начин, че е толкова духовно, что мы даже не представляем, насколько силы зла радуются этому. Че не си представяме даже големината, с която силите на злото се радват от това. Потому что мы люди, и рано или поздно мы все время ошибаемся. Защото сме хора, и рано или късно ние бъркаме. И тогда мы боимся идти ко Христу, потому что мы не очень хорошие, не и очень чистые. И когато паднем, ние се страхуваме даже към Христос да се обърнем, понеже не сме добри, понеже сме толкова лоши и недостойни. И думаем, когда мы очистимся, тогда мы придем ко Христу. И почваме да мислим, че когато някак си се поуправим, се поизчистим, чак тогава ще идем при Христос. А все, что у нас получается при таком мышлении, становимся еще грязнее. А всичко, което може да се случи при един такъв начин на мислене, е да станем още по-изцапани. И если мы будем постоянно помнить, ако постоянно бихме помнили, держать линию, да поддържаме линията, что курс, Бог любит нас, курсът на идеята, че Бог ни обича. Вы слышали такую фразу «безусловно», «безусловно». Както говорим, «безусловно ни обича». То есть чистые мы очень хорошо. С други думи, дали сме чисти, о, прекрасно е това, Бог ни обича. Или мы споткнулись и упали. Или сме се спънали някъде и сме паднали. Это не Бог от нас отказывается в те Бог моменты. Бог няма да се откаже от нас в такива моменти. Это мы считаем, что ние мы ему да не нужны смятаме, тогда. Ние може че в такива моменти не сме му нужни. И когда мы вспомним, что на самом деле мы ему очень нужны. Но ако си напомним, че ние сме му изключително нужни. И он ждет нас, как этот отец ждал блудного сына. И че той не очаква, така както бащата от притчата чакаше блудния син. То мы, как этот блудный сын. То тогава ние ще играем ролята на блудния син. Будем подниматься и возвращаться ще к нему. Ще се опомняме и ще се връщаме при своя баща. И он всегда нас примет, и когда мы к нему идем. И той винаги, вървейки към него, ще бъде готов да ни приеме. И когда его любовь нас омоет и очистит. И когато неговата любов ни измие и очисти. И наполнит нас и изнутри. И когато ни изпълни тази любов отвътре. Вот только в те моменты мы становимся в том состоянии, что нам даже не хочется грешить. В тогава ставаме в тези моменти в състояние, в което дори не ни се иска да грешим. Мы не способны к этому. Защото не сме способни към това. У нас совершенно другие внутренние состояния. От вътрешно сме изпълнени единствено с друго състояние, с любов. Может быть и нам надо многим смириться перед Богом. И может быть и за нас това е валидно, че трябва да се смирим пред Бога. Чтобы не думать, что мы лучше Бога знаем, какие мы плохие, недостойны любви. За да осъзнаем, че за да не смятаме, че по-добре от Бог знаем, какви сме точно ние и колко лоши сме.
и согласиться с тем, что Он нас любит. А да се согласим с идеята, че Той ни обича. Безусловной любовью. Безусловно обича. И быть благодарными Ему за это. И за това можем да сме Му благодарни. И учиться Его отношению к нам. И разбира се, да се учим на това Негово отношение към нас. Поэтому наши некоторые размышления сейчас мне хотелось бы назвать так. Любовь к себе – это благословение или проклятие? Любовта към себе си – благословение ли е или проклятие? Това е темата на мислите ми сега. Да. Когда говорят, что человек любит себя, как его называют обычно? Когато казва, че един човек обича себе си, как наричат такъв човек? Эгоист. Эгоист или себелюбив? Так. А быть эгоистом, это хорошо или плохо, дорогие? А да си эгоист, това добро ли е или е лошо? Как мы понимаем? Как го разбираме? Плохо. Плохо, да, лошо. Да, значит, не на... Значит, любить себя не надо. Което означава, че да обичаш себе си не трябва в никакъв случай. Значит, наша задача сейчас разобраться, что мы подразумеваем под этим термином. Сега задачата ни е да схванем какво се подразбира под този термин. Что это значит любить себя? Какво означава всъщност да обичаш себе си? Потому что Христос сказал такую фразу. Помните, когда говорили, какая заповедь в законе? Защото Иисус каза следните думи. Помните ли, каква е първата заповед в закона? И Он сказал, возлюби Господа, да, помните, да? Да възлюбиш Господа с цялото си сърце, цяла душа. А вторая подобна ей? А втората, подобна на нея, да възлюбим ближния, как самого себя, то есть вот равно. Себе си. И на самом деле мы действительно к ближним относимся так, как к себе. И в действительности к ближним се отнасяме точно така, както и към себе си. Либо любим, либо ненавидим. Или обичаме, или ненавиждаме, мразим. Потому что мы отдать можем только то, что имеем сами. Защото може да отдадем само това, което сами притежаваме. Если в сердце любовь, мы делимся любовью. Ако тук има любов, ще споделям любов. Если в сердце ненависть, ако тук има омраза, мы можем на весь мир кричать, что мы любим. Може на целия свят да крещим, че го обичаме. Как вы помните, мы с вами говорили, что другой человек только задевает нас, и у нас переворачивается и выливается просто то, что в нем някой, что, ако ни, что есть. Ако ни, така побутне и се излива какво? Онова, което притежаваме. И если тут чистая вода, любовь. Ако тук при нас имаме чиста вода, ако имаме любов, а если тут ще чернила, се излее любов. А ако тук имаме мастило, то выливается то мастило. То точно това мастило ще се разлее навън. И смотрите, сейчас немножко разберемся, что такое любовь к себе в истинном смысле этого какво слова. Какво е това любовта към себе си в истинския смисъл на думата? Есть такое слово самооценка. Има такава дума, нарече, която... Есть да, у вас в языке? Самооценка, да, самооценка. Ну, смотрите, слово самооценка о чем говорит? Это чья оценка? Самооценка какво означава? Кой оценява кого? Личное. Човек оценява себе си, самия себе си. А мы, как обычно, ценим себя? А как оценяме себе си обикновенно? Смотрим на других, как другие ко мне относятся. Първо гледаме другите, какво те мислят за мен и така оцениме себе си. Хотя на самом деле это самооценка, въпреки, как я себе ценю. Че това е самооценка, как аз гледам към себе си. Или еще есть такое слово чувство собственного достоинства. Или още една такава фраза чувство за собствено достоинство. Слышали такое выражение? Чували сте го сигурно. Опять чье это чувство? На кого е това чувство? Собственное. Това е собственото чувство. То есть это внутри нас. Вътре в нас. Как будто внутри нас каждого есть такой вот сосуд. Изглежда картинно представено, че всеки един в нас има своят вграден съд. Наших емоций. На нашите емоции. Донышко этого сосуда. Дъното на този съд. Это наше отношение к себе. Това е отношението ни към самите себе си. С чем это можно сравнить? Вот если вы едете в каком-то транспорте, допустим, в поезд сели. Ако, например, как да го сравним това, седнали сте във влака. И у вас есть билет, вы купили билет. Имате билет. Вы имеете право ехать. Имате право да пътувате. Я не знаю, бывает ли у вас, когда ну, такие трамваи, троллейбусы есть, да, автобусы такие, все? Да? Есть, все. Мы сели, мы купили билет,
мы едем. Седнал си в някакъв обществен вид транспорт, седнал си, купил си билет и пътуваш. И заходят ли контролер или не заходят? Влизат контролерите. Как мы чувствуем себя? Как се чувстваме, ако влязат? Спокойно, почему? То есть, ако сме си купили билет, как се чувстваме? Спокойно, у защо? У нас есть билет. И имаме си билет. Он дает нам право на жизнь, да, на поездку. Той ни дава право на пътуването, право на живот. Вот это чувство самооценка здоровья, чувство собственного достоинства. Това е здравата самооценка или чувство за собственное достоинство. Мы понимаем, Бог нас создал. Разбираме, че Бог ни е сътворил. Мы возникли по Его замыслу. Это не случайность. Ние сме възникнали. Ну, родились по да, Его замыслу. Родили сме се по Неговият замисъл. Ничего не случайно. Няма нищо случайно. И мы имеем право на жизнь. И имаме право на живот. И мы спокойны. Затова сме спокойни. И мы не обращаем внимания, как там другие люди купили билет, не купили, никого не проверяем, что они там говорят. Мы спокойны. Не интересува какво се случва с другите хора около нас. Имат ли билети, нямат ли билети, кой какво си говори. Това си е тяхна работа. Ние сме спокойни. Тот человек, который имеет вот это понимание своей ценности в глазах Бога. Този човек, който има това разбиране за своята собствена ценност в Божиите очи. Он спокойно идет по жизни. Той се движи спокойно през живота. Вот, например, он работает на какой-то работе. Работи на някаква работа. И там переходит перестановка кадров. Ну, как бы освобождается место какого-то начальника. И там се случва някакви кадрови разменения, някакъв началник се освобождава място. Если его назначают этим начальником, он спокойно идет работает. И ако го назначат него за този началник да бъде, началник, той спокойно си продължава да си работи. Если его не выбирают этим начальником. Ако обаче не го избират за такъв, за този пост за началника, избират някой друг. Он спокойно себе продолжает работать той на своей работе. Той пак продолжава спокойно да си работи на място, на което е заемал преди. Потому что он знает, кто он знает защото свои способности. Знае кой е, знае своите способности. И он чувствует себя хорошо. И се чувства приятно, добре. Он относится с уважением к начальству. Той се отнася с уважение към по-горните, към началниците. Он относится с уважением и тем, кто ниже его по рангу на работе. Той се отнася с уважение към тези, които са, имат по-ниж да, ранг в работното състояние. Потому что он знает свою ценность. Защото разбира своята ценност. И видя свою ценность, он и в состоянии видеть ценность других. И знаеки своята ценност, той е в състояние да види ценността и на другите около себе си. Это благословенная жизнь. Това е благословен живот. Оно строится по такому принципу. Този начин се развива последния принцип. Это Божья парадигма взаимоотношений. Това е Божията парадигма в взаимоотношенията. Любовь и уважение. Любов и уважение. То есть вот это я. Това съм аз. Божие дитя. Божието дете. Достойно любви и уважения. Което е достойно за любов и уважение. И ценная личность. Ценната личност. И каждый человек, с кем я соприкасаюсь. А от тук, от другата страна, всеки един човек, с който аз съм в съприкосновение. Тоже Божие дитя. Също е Божие дете. Ценная личность. Също е ценна личност. Достойна любви и уважения. Също е личност, достойна за любов и уважение. И если это даже президент страны. И ако това е дори президента на страната. Или вот там на улице мы увидели нищего. Или там сте видяли на пътя някой по-низ човек, някой, който се занимава с по-дребни работи. Знаете, кто достоин любви и уважения? Тот образ и подобие Бога, знаете который ли, есть в душе каждого. Кой е достоин за любов и уважение? Онзи, който носи Божият образ в душата си. Поэтому образ и подобие Бога во мне. Така че образът и Божието подобие в мен. Приветствует каждый образ и подобие Бога во всех людях. Приветства всеки един образ и подобие Божий в хората около себе си. Вот это Божья парадигма взаимоотношений. Ето това е Божията, да, парадигма на взаимоотношенията. Но это не то, что мы говорим словами. Но това не е свързано с думите, които говорим. А это то, что говорит наше сердце. А това, което говорят нашите сърца. Мы иногда словами говорим очень правильные вещи. С думите си понякога говорим много правилни неща. Но как мы с вами говорили, сколько процентов
работает в жизни, то, что мы говорим, а сколько, но что помните работает ли, сколько процента, сработваше онова, което говорим, и сколько процента се чувстваше от онова, което ние преживяваме? 95. Сердце. 95 – то, что исходит из сердца. 95 е веста, която идва от сърцето, и само 5% е онова, което говорят устата. Поэтому наша основная задача – обращать внимание на сердце. Така да, че основната ни задача е да обръщаме внимание на сърцата си. И когда мы живем вот с этим чувством достоинства, понимая свою ценность и ценность других... И когда живем с това чувство на собственную достоинность, разбирайки своята ценность, ценността на другите хора около мен. Мы люди, окруженные божественной любовью. То тогава сме хора, обкръжени с Божията любов. Которая постоянно льется в наш эмоциональный сосуд. Която се излива постоянно в моя съд. И если бы мы сейчас лили сюда воду, лили, что бы дальше было? И напълвали, напълвали тази вода тук в чашата, какво ще се случи? Ще започне да прилива от всякъде. Всем льется. И ще прилива по всички посоки. Дорогие, мы в состоянии любить других от избытка. Скъпи мои, ние сме в състояние да обичаме другите само от преливане на любов. Когда у нас есть, и мы отдаем, когато имаме тази любов, и тя се налива в нас от преливането, ние можем да обичаме другите. И в этом состоянии, и в това състояние, мы ничего не ждем от других. Ние не очакваме нищо от другите. Мы делимся. У нас есть что дать. Просто споделяме. Имаме какво да дадем. У нас есть что дать. Имаме какво да дадем. Но часто наша жизнь превращается в такой сосуд. От друга страна, много често ние се превръщаме в ето такъв съд. Все видите, да? Виждате ли какъв е съда? Нету донышка. Няма дъно тук. Или оно треснуто, или оно или разбито. Или е спукано, или се е разбило. Часто это начинается с детства. Много често това започва още от детството. Когда ребенку говорит, ты такой, ты сякой, ты такой, на детето постоянно нарежда, ти си такова и такова си и такова. Или он видит постоянные скандалы между родителями. Или пак то детето вижда постоянные скандали между родителите. Потому что самая лучшая самооценка у ребенка растет тогда. Защото най-добрата самооценка расте в детето тогава. Когда он видит теплые отношения между мамой и папой. Когато вижда топлите взаимоотношения между мама и татко. Потому что это для него означает безопасность. Това за него означава безопасност. А теперь подумайте, сколько людей получили такую самооценку. А сега нека да помислим, колко хора въобще получават такава самооценка. А сколько из нас ранены и разбиты. А колко от нас са ранени и разбити, пропукани щерни. И если мы вот такие личности. Ако сме, ей, такива личности. То мы обычно не находимся в этой парадигме. Ние не се намираме в тази парадигма. А очень нуждаемся в любви, быть признанными, это наша потребность. Изключително много от любов, защото това е нашата потребност. И тогда это превращается вот так, вот тут, или бы вот тут. И тогава това става или някъде нагоре, или долу. Да. Вот если мы вот тут, знаете, вот смотрите на меня. Ако сме горе, гледайте към мене. Я лучше всех вас вместе взятых. Аз съм по-добра от всички вас заедно взети. Я умнее, красивее и так далее, и так далее. Все смотрите на меня. Аз съм полна и по-красив от всички ви, затова гледайте към мен. Вы видели таких людей когда-нибудь? Общались с такими? Вие с такива хора виждали ли сте, общували с такива хора? Кто смотрит на вас сверху вниз? Хора, които ви гледат отгоре надолу. Вам приятно рядом с такими людьми и хочется общаться? Приятно ли вие с такива хора? Обичате ли да общувате с тях? Что вы хотите в тот момент? Какво искате в този момент, когато те са наоколо? Что вы хотите, когда какво вы искате? Рядом с таким человеком? Когато сте заедно с такива хора? Подальше, уйти подальше. По-надалеч от такъв човек. Вы видите, какой обман? Виждате ли каква самоизмама има тук? Когда мы говорим завышенная самооценка, когато говорим за повишена самооценка, по принципу я лучше других, на основата аз съм по-добър от другите, это человек, если у кого-то вы встречаете такого человека, кто нос вот так вверх поднял, това, ако сте срещали такива хора, които си вдигнали носа и го вирят на високо пред всички, то вы, как мудрые люди, то вие, като мъдри хора, можете быть убеждены, може да сте убедени, что у него нет этого донышка на самом деле. Че той на практика няма това дъно. Потому что если бы оно было, защото ако е имал дъно на своя съд, он бы был вот здесь.
то есть те, что были тук, на одно ниво. Вне зависимости от сколько образования имеет, без значения, сколько денег имеет, образования сколько всего. Има, какви пари има, какво положение в живота и така нататък. Я забыла, кто именно из американских президентов или Рузвельта, я не помню кто. Он когда приходил в офис... Забравих за един американски президент, се казваше, че когато той идвал в офиса... Он приветствовался с каждым человеком, с тем швейцар, который стоял у двери, уборщица, которая убирала. Да, той се поздравявал с всеки един човек, с хигиениста, който чистил, с градинаря, който там стои. Ну, я не помню, кто именно. Да, забравил. То есть он не шел с этой позиции. Вот той смотрите, не, я... Не влизал там с позицията на аса, меди, кой а си, вы пак... тут никто. А па вие тука сте никой. То есть по-настоящему богатый человек, духом богатый. Истинският богат човек, богата душевност. Он способен видеть богатство каждого человека. Той е способен да оцени ценността на всеки човек. Этот человек хочет получить к себе признание. Он же, който се самоиздига, той иска да получи някакво признание. Ради этого он сюда взбирается. Ето защо той се изкачва в тези висоти. А на самом деле получает желание уйти от него подальше. А на практика получава желание от него да бягат хората по-надалеч. Второй вариант, когда мы без здоровой самооценки. Вторият вариант, когато сме без здрава самооценка. Это когда мы вот здесь. Когато сме вече много долу. Я бедная и несчастная. О, аз съм бедния, нещастния. Вам повезло больше, чем мне. Вие имате по-добър късмет от мене. И все мне дайте, пожалуйста, да, что-нибудь. Дайте, моля, и на мен нещичко да падне тук. Посмотрите, какие жадные сидят, ничего не дают. Виждате ли ги, какви скаперници са и нищо не дават на мен. Что-нибудь дайте. И дайте ми, моля ви, споделете. Вам лучше, чем мне сейчас. На вас ви е много по-добре, отколкото на мен сега. Дорогие. Скъпи мои. Вот в этом состоянии, если мы бываем. В едно такое состояние, ако ние се намираме. Еще, да, кто-то еще. И някой още нещо да ни даде, то всичко исчезва. Когда придет время, и я скажу вам спасибо. Когато дойде време, за да ви кажа благодаря. Я уже наполнилась. А кога ще дойде това време, да ви кажа, о, когда, благодаря, дорогие? Аз съм вече изпълнена. Бездонна. Сколько бы вы ни ложили, никога няма да дойде, колкото и да слагате, колкото и да наливате, никогда не бывает достаточно. Никога няма да е достатъчно. И именно вот это состояние есть эгоизм. И именно това състояние е егоизма. Человек эгоист, он никогда не доволен тем, что имеет. Човекът егоист никога не е доволен от това, което притежава. Поэтому он тянет ото всех. Той затова дърпа от всички по нещо. То одеяло, которое принадлежит всему миру. Това одеяло, което принадлежи на целия свят. Он тянет только на себя. Той го дърпа, за да завие само себе си. Вы мне обязаны. Вие сте ми длъжни. Вам же лучше, чем мне. На вас ви е по-добре, отколкото на мен. Но что бы туда ни ложили, никогда не бывает достаточно. Каквото и да слагате вътре, то никога няма да му стига. Потому что нет донышка. Просто защото няма дъно. Поэтому наша задача быть вот такими и людьми. И такая задача-то не да будем эту такива хора. Дело в том, что когда мы недовольны собой, недовольны своим телом, недовольны... Вопросът е, когато сме недоволни от самите себе си, недоволни от телослужението си, например. В итоге, кем мы недовольны, дорогие? В крайна сметка, недоволството към кого е отправено, скъпи мои? Громче. Точно така. Недоволни сме към Бог, който ни е създал. Потому что вот я сейчас хочу рассказать одну притчу. Сега искам една притча да ви разкажа. Она мне очень нравится, в ней очень глубокий смысл. Която много ми харесва, защото в ней има дълбок смисъл. У одного короля был сад, который он очень любил. Един крал имал градина, която обичал изключително много. И однажды, когда он долгое время отсутствовал, и в един период от време, когато той отсъствал дълго време, и когда вернулся, он пошел в свой любимый сад. И се върнал най-после обратно у дома, той влязал в любимата си овощна градина. Он с огорчением заметил, что растения увядают. И с огорчение забелязал, че много от нещата от растенията вяхнат. Он подошел к березе и спросил, береза, почему ты вянешь? Отишъл той при брезата и я попитал, бреза, ти защо си започнала да увяхваш?
Береза говорит, я очень страдаю из-за того, что я не такая величественная и роскошная, как дуб. А тя казва, о, аз толкова много страдам, понеже не съм величественна и роскошна, като дъба. Дуб сказал, что ему плохо из-за того, что он не может приносить такие плоды, как виноград. А дъбът казал, че на него му е много зле, защото не може да принася такива плодове, като грозда, като лозата. Виноград сказал, что ему очень жаль, что он не может цвести так красиво, как роза. А лозата, когато краля се приближил до нея, казал, аз толкова жалея, понеже не мога да цъфтя с такива хубави ароматни цветове, както розата. И каждое растение что-то говорило. И всяко едно растение се оплаквало и говорило нещо, жалвало. И тогда очень огорченный король. И накрая краля много огорчен. Шел по глубине сада, так до конца шел. Разхождал се в дълбочина на тази градина до самия край. И к удивлению заметил, что перед самой уже оградой... И забелязал за свое учудване до самата ограда в края. Была небольшая, невысокая травка. Имало там една мъничка, тревичка, не много висока. Которая явно зеленела, ей было очень хорошо, и она цвела маленькими цветочками. Която било видно, че така ярко зелена и дори цъфтяла с мънички цветчета. И удивленный король спросил ее. И удивен кралят попитал и нея. Травка, как тебе удается чувствовать себя так хорошо среди этих уедающих растений? Хей, тревичка, а на теб как, ти се, как така се случва да се чувстваш добре сред всички тези вяхнещи растения? Травка сказала. Тревата отговорила. Я вначале тоже очень огорчилась. Аз в началото също много се огорчих. Что я не такая, как виноград, не такая, за как това, розы. Че не съм такава, като лозата и не приличам на розата. А потом подумала и решила. А след това помислих и реших. Если бы ты тут хотел любоваться цветами розы, ты бы посадил розу. И реших, ако ти на това мое място, в което аз се намирам, би решил да се любуваш на цветовете на розата, ти щеше обязателно да посадиш роза тук. Если бы ты тут хотел собирать виноград, ако ты бы посадил виноград. Ако ти на това място, на което аз съм, би желал да събираш грозде от лозата, ти щеше да посадиш една красива лоза. Но раз ты посадил меня, но ако ти си посадил мен, тревичката, значит, ты хотел видеть меня. То това означава, че ти би желал да видиш мен на това място. И потому я радуюсь и благодарю тебя. Ето за подарок жизни. Ето защо се радвам и ти благодаря, кралю, за подаръка на живота. Дорогие, вы услышали притчу? Чухте ли притчата, скъпи мой? Вы чувствуете, какой в ней глубокий смысл? Осъзнавате ли дълбокият смисъл, който е заложен там? Может быть, мы с вами тоже та же травичка? Може би и ние с вас приличаме на някое от тия растения. Если наше предназначение быть травичкой? Ако обаче предназначението ни е да бъдем тревичка? Может кто-то роза, может кто-то виноград? Може би някой роза, друг лоза, например. Будем благодарны Творцу за подарок Но жизни. Нека бъдем благодарни на Твореца за подаръка на живота. И с благодарностью выполнять свое жизненное предназначение. И с благодарност да изпълняваме своето жизнено предназначение. Проблема растений в этой притче в чем была, дорогие? В какво се намирал проблема на всички тези растения от този растителен свят? Потому что они хотят быть кем-то другого. Да. Они начали сравнивать себя с другими. Защото започнали да се сравняват с някой друг. И существует такое выражение. И има такова изказване. Никогда, никогда, никогда. Никога, никога, ама никога. Не сравнивайте себя с другими. Не сравнявайте себе си с другите. И вы получите сердечный покой. И вие ще получите в резултат на това сърдечен покой. Потому что в Божьем мире. Защото в Божия свят. Мы с вами не конкуренты. Ние с вас един с друг не сме конкуренти. Каждому есть свое место. А всеки един има своето място. В великом Божьем плане. В великият Божий план. Не знаю, слышали ли вы о Джордже Вандемане? Дали сте чували за Джордж Вандеман? И так говорит Библия, у него серия. Имаше неговата серия, така говори Библията. И там одна серия называлась «Роль, в которой вы незаменимы». И един от епизодите беше озаглавен «Роля, в която вие сте незаменими».
То есть, если кого-то из нас не станет на земле? С другими словами, ако някой от нас се случи да го няма вече на земята. А сейчас считается, что на земле живет 8 миллиардов уже. А сега на земята вече живеят 8 миллиарда души. Никто наше место не займет. Никой няма да заеме твоето лично място. Ни в сърцах наших близких. Нито в сърцата на нашите близки. Не в том месте, где мы находимся. Нито в място, където си се намирал. Это в Божьем плане только для нас. А това е Божият план единствено за теб. Лично. То есть ваши туфельки не угроза моим. С други думи, вашите обувки не са опасност за мен. Ваша кофточка не угроза моей. А вашата жилетка не опасност за мен. Есть место и для вашей. Има място и за вашата. И есть для моей. Има място и за моята жилетка. Мы не конкуренты. Ние не сме конкуренти. Мы сотрудники. А ние сме сътрудници. И вот именно в этом плане Христос сказал. И в този план точно в тази връзка Христос казва: Възлюби ближнего, възлюби ближния, как самого себя. Както самия себе си. Давайте будем помнить, что наше призвание. Нека да помним, че нашето призвание е строить отношения на любви и уважение. Да строим взаимоотношения на основата на любов и уважение. Понимая свою ценность. Като разбираме своята ценност. И ценность других. И ценността на другите хора около нас. Еще раз повторю, что видит ценность других. Още веднъж да го повторя, може да види ценността на другите. Только тогда мы в состоянии, когда мы видим свою ценность. Само в такова состояние, когато осъзнаваме своята ценност. И любить других мы можем. И да обичаме другите, ние можем само. Только тогда. Само тогава. Когда мы полны любви. Когато сме изпълнени с любов. Напълнени. Тогда мы делимся от избытка. Тогава ние ще споделяме от препълването на сърцата ни. Ничего не ожидая взамен. Без да очакваме нищо в замяна. Если мы живем вот такими людьми. Ако живеем по такъв пропукан начин. А нас учат, надо все время любить и отдавать. А ни учат постоянно, че трябва да обичаме и да се раздаваме. А отдавать нечего, потому что тут все пусто. А то няма какво да дадеш, защото всичко е вече празно. Но нас учат, надо жертвовать. А но учат ни, че трябва да жертваме. И мы как будто отрезаем кусочек себя. И като че ли режем частица от себе си, парче. И даем, я даю Наде. И дам на Наде, например. И я жду от нее. И аз чакам от нея. Когда она мне даст? Кога тя пък ще ми даде сега? Больше, чем я дала. За да имам повече, отколкото тя има. Она даже не думает об этом. А тя даже въобще не мисли за това. И даже не благодарит. И даже не благодари. Потому что она чувствует, что я дала не от избытка, защото не от сердца. Защото тя чувства, че аз давам, но не от препълване на сърцето ми. А потому что я должна. А давам, защото трябва да напиша някъде отметката. А другие скажут, что я хорошая христианка, или если я дала. Или другите няма да кажат, че съм добра християнка. А я еще думаю, что Бог в книге напишет, какая я хорошая дала. А може пък и да мисля, че Бог в книгата ще напише нещичко, колко съм добра. Я жду, она ничего не дает. И чакам, а тя нищо не ми дава. И тогда я ее беру за горло и трушу, отдай мне. И аз после я хвастам за шията и малко я порастърсвам. Хайде, давай обратно. Вот во что превращается наша христианская жизнь. Ето в какво се превръща нашият християнски живот. Если мы не видим в себе ценности. Ако ние не виждаме ценност в самите себе си. Но самое главное. Но главното тук е. Вы представляете, как огорчается Бог, который нас создал? Представяте ли си как Бог се огорчава, който сам ни е създал? Потому что мы ему говорим. Защото му казваме с това. Где-то внутри. Някъде вътрешно. Господи, когда ты создавал бисера? Боже, когато си създавал бисер? Когда ты создавал Надю? Или Надя, когато си създавал? Так, или Юрия? Или Юлия? Ты хорошо их создал. Ти много добре си подходил. Они такие красивые, как должно быть. Такива красиви са точно както трябва. Но когда ты создавал меня? Но когато си създавал мен? Что-то ты не очень постарался. Нещо май не си се постарал много. Вы скажете, не, мы так не говорим. Не, ще кажете, такива мысли вообще не минават през главата. Вот что имеется в виду, когда мы недовольны, дорогие. Ето това се има в предвид, когато сме недоволни, скъпи мои. Ты почему создал меня только маленькой травкой? Защо си ме направил само малка тревичка? И быть благодарными Богу за подарок жизни. А да бъдем благодарни на Бог
за подаръка на живота. Это и есть наша любовь к Нему. Ето в това се изявява нашата любов към Него и другите. И буквально одна мысль, две мысли, чтобы мы знали, как, когда мы выросли, если мы являемся таким сосудом. Ако ние сме израснали в такова положение, празни съдове. Как нам восстановить это дно? Как да восстановим дъното отново? Самое первое, это если мы начинаем понимать то, что есть сейчас, мы на говорим. На первое место е важно осознаем нештата, за които говорим сега. И если мы, как тот молодой человек, смиримся перед Богом. И ако този млад човек се смирим пред Бога. Чтобы согласиться с тем, что Он нас любит и видит в нас ценность. За да се согласим, че Той вижда в нас ценност и че ни обича. Знаете, внутри нас еще может быть как деревянная такая коробочка, деревянная коробочка. Може в нас да има като дървена кутия. Если в деревянную коробочку положишь жемчужину, ако в една дървена кутийка поставиш един бисер, скъпоценен камък, бисер, она становится драгоценной шкатулкой. Тя, тази дървена кутийка става скъпоценна, капоценно сокровище. Если в нее бросишь огрызок яблока или мусор какой-то. Ако в нея тая дървена кутийка хвърлиш една огрызка от ябълка или някакъв букук, она становится урной. Тя става една урна за букук. За... Кем мы себя считаем? Онези, които ние самите себе си считаме, че сме. Что там внутри нас? Какво е там вътре в нас? Если мы считаем, что там есть бисер, а ако ние считаме, че там има вътре бисер, то это драгоценность. То това е скъпоценност, драгоценност. И тогда мы можем видеть это и в других. И тогава може да видим това нещо и в другите около нас. Но если мы всем говорим, что там мусор, това мусор, е само букук, един букук и нищо повече. Мы всем заявляем, что это урна. На всички тогава вест, към всички веста е само, аз съм само един кош за отпадъци. Написано на лбу, урна. Урна, даже пише тук на нашото чело. Если мы ходим и все время сообщаем, что мы урна. А ако ние вървим и през цялото време носим тази вест, че сме един кош. Не обижайтесь, что все будут бросать туда мусор. Не дейте да се обиждате, че всички ще си изсипват буклуците във вас. Потому что мы сами заявили об этом. Защото ние сами заявяваме това тук. Поэтому восстановление донышка. Затова възстановяването на дъното. Нам нужно две мысли все время. Са ни необходими тези. Приучать себя к этому. Тези две мысли постоянно да си ги напомняме и да се приучим на тях. Первая. Първата. Я достойна жить на земле. Аз съм достоен да живея на тази земя. Почему? Потому что защо? Бог задумал, чтобы я была, защото решил, чтобы я была. Защото Бог е решил аз да се намирам тук на тази земя. И Он видит во мне ценность. И я достойна жить на земле. И Той вижда в мен някаква ценност. Аз съм достоен да живея на земята. Потому что для многих из нас очень мысль такая, я недостойна, я недостойна. Защото много от нас имат тази мисъл, о, аз не съм достоен, аз не съм достоен, не съм достоен. А тут мы соглашаемся с Богом. А сега ние се съгласяваме в този модел на мислене с нашия Бог. Раз Бог решил, чтобы я была, создал меня. Ако Бог ме създал, я достойна. Аз съм достоен да живея на тази земя. И вторая мысль. И втората мисъл. Я люблю. Аз обичам. Я люблю Бога. Аз обичам Бога. Я люблю жизнь. Аз обичам живота. Я люблю других людей. Обичам другите хора. И меня любят. И мен другите ме обичат. Меня любит Бог. Мен ме обича Бог. Меня любит жизнь. Мен ме обича живота. Меня любят люди. Мен хората даже ме обичат. И если даже мы пришли домой. И ако даже се върнем вкъщи. А там кто-то без настроения. А някой там е без настроение. И что-то там не очень хорошо с нами разговаривает. Може нещо да не ни е казал много наред. Добре. А мы тут знаем. А ние тук знаем. Ничего страшного. Няма нищо страшно. Я люблю. Аз обичам. И меня любят, и ты меня любишь. И мен ме обичат, и вие ме обичате. Это ты сейчас что-то у тебя случилось? Просто сега нещо ти се е случило. Ты в плохом настроении? Ти си в не много добро настроение. Но я знаю. Но аз знам. Я люблю. Аз обичам. И меня любят. И мен ме обичат. Не могу вам передать, какой покой приходит в сердце. Не мога да ви предам колко дълбок покой обзема сърцето. И не надо тогава ничего никому доказывать. И няма нужда нещо на някого да доказваш. И самое главное, что все начинают это понимать. И най-главното е, че всички около теб започват да го разбират, че работи.
когда мы по-настоящему начинаем любить себя. Когато в действительност истински започваме да обичаме себе си. В нас влюбляется весь мир. В нас се влюбва целия свят. Потому что мы ничего ни от кого не ждем. Защото ние не очакваме от никого нищо. Мы ничего никому не доказываем. Ние няма за что да доказваме на някого нещо. Мы спокойны и благодарны за то, ние что есть. Ние сме спокойни и благодарни за нещата, които имаме. Поднимете ли вы нас вверх, там дадите какую-то большую работу. Ще ни вдигнете ли някъде нагоре, за да може да ни поверите някаква голяма работа. Или нет. Или не. Мы спокойно выполняем то, что нужно. Ние спокойно ще се изпълняваме онова, което трябва. С благодарностью Богу за то, что есть. С благодарност към Бога за онова, което имаме. Мы не нуждаемся в том, чтобы другие нам все время об этом говорили. Не се нуждаем от това другите постоянно да ни говорят за тия неща. Потому что мы знаем свою ценность в глазах Божьих. Понеже знаем своята ценност в Божиите очи. Потому мы учимся смотреть на себя Божьими глазами. Затова се учим да гледаме на себе си през Божиите очи. А Бог говорит: ты дорог в очах моих и много ценен. А Бог сам заявява, че си скъп в моите очи и много ценен. Давайте будем помнить, нам нужно смотреть на себя глазами Бога. Нека да запомним това, да гледаме на себе си през Божиите очи. А не своими собственными, которые говорят, и тут не так, и тут не так, и тут не так. А не со своите собствени, които постоянно намират някоя забележка. Потому что люди в глазах Бога, помните тема, тема какая была защото сегодня? Защото хората в очите на Бога са, помните дороже темата? Золото. По-скъпи от златото. Мы с вами в его глазах дороже золота. Ние с вас в Божиите очи сме по-скъпи от злато. С этим ощущением вступаем в Новый год. И нека с това чувство да навлезем в новата година. Мы любим. Ние обичаме. И нас любят. И нас ни обичат. Амин? Амин. Хайде да се изправим за молитва в края. Помолете, звай. Отче Небесни, и тази вечер, в началото на новата година, искаме да ти благодарим, Боже, за тази велика твоя любов. Тази твоя грижа, този твой замисъл за живота на всеки един от нас. За битието на всеки един от нас, за провидението ти, което ни води месец след месец, година след година. О Господи, благодарим ти, че сме ценни, че сме обичани от твоя страна. Благодаря ти за смъртта на Исус, който доказа твоята любов, Господи. О, искаме да живеем като достойни и ценени хора, обичайки ближните около нас. Затова те каним през тази нова година по някакъв начин тези промени, които усещаме, че са ни необходими, Боже, извърши ги в нас, чрез нашите решения, чрез нашите практики, чрез силата на Святия Дух. Моля те, промени ни да бъдем хора достойни, да бъдат обичани и които сами обичат безусловно, както и ти. Благослови всеки един от нашето събрание и оставай с нас през цялата тази вечер. Молим в името на Исус. Амин. Амин. Thank you.